А сейчас хочу исполнить романс, он написан замечательным, мне кажется, композитором Борисовым в 70-х годах, или, по крайней мере, в конце 60-х. Но он относится к такому, так называлось, белогвардейскому циклу «Закатилась Азорька». Закатилась Азорька за лес, словно канула. Понадвинулся небо холодный сапфир. Может быть, просил брат пощаду Каина, только нам не снимать офицерский мундир. Затаилась речка под низкими тучами, задышала тревожная черная гать. Мне письма написать не представилось случая, что проститься с тобой до добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.